Мир, в котором мы живем, пребывает в постоянной борьбе. Наша цивилизация подвергается страшной опасности со стороны сил, которые некогда считались силами ада. На самом же деле, эти силы куда древнее христианства, древнее любой религии, когда-либо придуманной нашей расой. Это зло во плоти. Все его существование подчинено одной цели – разрушить нашу веру в любовь и свет. Так было с начала времен. Мы не осмеливаемся упоминать его имя вслух. Сделать это все равно, что признать, что оно есть в нашем мире. Что его слуги прогуливаются по улицам бок о бок с нами, а в пустотах земли прячутся и ждут нашей гибели его генералы, развращенные, несущие скверну, жаждущие нашей плоти и крови и ожидающие дня конца всего человечества. Лишь одна сила стеной стоит между нами и ужасной смертью. Боевые маги, посвятившие жизнь защите человечества. Нам не узнать их имен. Нам не увидеть полей, где идут их тайные войны. Нам не оплакать их павших. Но они всегда рядом, вооруженные до зубов, не смыкающие глаз и готовые отдать жизнь за то, чтобы мы встретили новый восход. Иерихон. Имя им – Иерихон. Им слишком хорошо известно, на что способен враг. Они знают, что перед смертью нам предстоит безумие и страшные муки. И они делают все, что в их силах, чтобы спасти нас от этой участи. Если завтра наступит рассвет, вы знаете, кого благодарить. Иерихон. Древний город, поднявшийся из песков времени, принес с собой семя изначального зла. Роулингс, Джордж, Коул, охраняйте вход. Остальные за мной. Есть ли сигнал от швейцарского разведывательного отряда? Да, они где-то близко. Но точно засечь сигнал не получается. Много помех. Не к добру это все. Стойте! О, бог ты мой, что это? Швейцарцы. Или то, что от них осталось. Эй, там что-то есть. Мать твою! Вперед, вперед! Они везде! Да кто они такие? Сейчас же 3 утра. Тоже почувствовали? Когда? О, черт. Ладно, увидимся на аэродроме. Нас называют отряд Иерихон. Мы секретное подразделение армии США.
С точки зрения правительства нас не существует. Каждый из нас специалист оккультных наук. То, чем мы занимаемся в армии, называется оккультные боевые операции. Просто вычурный эвфемизм, чтобы не говорить вооруженные ведьмы. А ведь было время, когда церковь отправила бы нас на костер, провозгласив еретиками и чудовищами. Теперь же мы сражаемся на их стороне. Пока ясности мало, не так ли? Но где-то там внизу находится причина всех войн человечества. Кого из великих завоевателей не назови, Наполеон, Кублахан, все они сражались и умирали за Эль-Хали. Вполне возможно, что это древнейший город на Земле и точка проведения операции всенощная. Остальное строго засекречено, пока вам еще рано это знать. Всенощная была моим первым заданием в департаменте. Узнаете симпатичнейшего субъекта рядом со мной? Арнольд Лич. Наш старый друг. Фотография сделана в 62-м. Тогда мы еще даже не представляли, на что он способен. Ритуальные убийства в Балтиморе. Газовые атаки в Сиднее. Те несчастные дети в Лондоне. Ну, в общем, вы понимаете. Лич и так называемое «братство темного рассвета» старались пробраться в Эль-Хали на протяжении 20 лет. Похоже, два дня назад он решил действовать более решительно. Где вы это достали? Наблюдатели из Лэнгли успели сделать несколько психографических снимков перед тем, как Лич их вырубил. Ладно, будем действовать так же, как и при прорыве в Глэмис. Коул поищет темпоральные аномалии? Нет, здесь все не так, совсем не так. Поверьте мне, нашей команде с таким еще сталкиваться не приходилось. Тогда каков план? Пробраться на раскопки и нейтрализовать Лича и его подручных, прежде чем они откроют разрыв. Полковник швейцарской гвардии Аклин обеспечивает охрану периметра. Он введет нас в курс дела, когда мы приземлимся. Просыпайся, Фрэнк. Мы уже прибыли. Черт, как же я ненавижу долбанные пустыни. Представь, что это пляж. Черт возьми, что это такое? Держитесь, сейчас будет трясти. Капитан, нет никаких сообщений о возможности песчаной бури в этом районе. Это не природное явление, сэр. Ближе не подобраться. Ветер разорвет нашу птичку пополам. Мы высадимся здесь. Удачного перелета. До встречи. Ну чего стоим, кого ждем? Иерихон вперед. Надеюсь, ты не думаешь, что мы сможем здесь пройти? Теперь еще месяцев 5 из всех щелей придется песок выгребать. Думаю, Эми поможет тебе с этим. Альфа, Омега, разделиться на две группы и следовать за мной. Коул, проложи маршрут в 100 метрах от края бури и проведи сканирование. Остальные будьте наготове. Позывные в зашифрованном канале, сэр. Включай. Капитан Росс, на связи? Росс, слушай, Иерихон на связи. Это полковник гвардии Аклин. Добро пожаловать в Руб-эль-Али. Что нового, полковник? Вот что нам известно, капитан. На исследовательский центр напали два дня назад. Силы неприятеля неизвестны. Мы знаем, что за этим стоит экстремистская религиозная секта Братства Темного Рассвета. Персонал центра продержался недолго, но они успели передать сообщение. Нападение на центр в Эль-Али! Посылайте подкрепление как можно быстрее! Торопитесь! Долго нам не выстоять! Вскоре после этого сообщения центр накрыла песчаная буря и связь прервалась. У нас есть основания полагать, что теперь из-за бури полностью утеряна связь с внешним миром. Прекрасно. Мы выйдем на связь, когда проникнем внутрь. Конец связи. Веселье уже началось? Нет. Мне кажется, кое-что нашла, капитан. Здесь где-то есть туннель и что-то еще, сэр. Ну что ж, проверьте оружие, ребята.
по-грецки-шумерски, а написано по-арамейски. Древние графитчики? Или музейные работники. Что там написано? Ха, нужна помощь. Врата в рай отпираются душами невинных и кровью богов. И кто из них мы? Ну, явно не боги. Попрошу не обобщать. Черт! Это была шутка! Успокойся! Может, пообедаем? Ну и дрянь. Что случилось с бурей? Хрен с ней с бурей! Что случилось с солнечным светом? Дамы и господа, добро пожаловать в потерянный город Эль-Хали. Чувствуешь что-нибудь, Джонс? Нет, вроде бы ничего нет. Похоже, что здесь... пусто. Я собирался сказать «мертво». Коул, просканируй радиодиапазон и попробуй выйти на связь. Нам нужно выяснить, что здесь происходит. Цели в снайперском радиусе, сэр. Святый Боже! Хорошо сработали. То, что нужно. Коул, удалось выйти на связь? Нет, сэр. Я прошлась по всему диапазону. Ничего, кроме наших раций, мы полностью отрезаны. Надо прервать операцию. Это всего лишь временная аномалия. Ничего нового. Следуем плану. Джонс, возьми Альфу и отправляйтесь на разведку. Не вступайте в бой без поддержки. Встречаемся здесь через час. Омега, за мной. Ну и какой же у нас план? Мы найдем командный центр и изучим данные камер наблюдения. Чтобы Лич тут не затевал, ему это явно не по зубам. Если они откроют здесь разрыв, никто не знает, что вырвется оттуда и что произойдет. Центром руководит агент Грин. Она сможет помочь нам, если мы найдем ее. Перестроиться и открыть ответный огонь! Когда ты был здесь последний раз? Капитан Росс. Кто здесь? Росс? Тихо, слушайте. Мы ждем тебя. Вон там, смотрите. Не двигайтесь. Кажется, оно зовет нас за собой. Держитесь вместе. Вошла во вкус.
Это иней. Земля промерзла. Печать крови? Серьезная магия. Ничего удивительного. Все вполне логично. Если они знали, что на них напали, они запечатали центр с помощью заклинаний и ритуалов. Ты сможешь ее открыть? Конечно. Она же наша. Вам лучше отойти в сторону. Поспешите. Не знаю, как долго она продержится открытой. Оказаться в момент закрытия печати на полдороги не самое приятное. Роллингс, пойдешь со мной. Эбби, Билли, вы двое оставайтесь здесь. Если эта дверь не откроется изнутри, вы выпустите нас наружу. Есть, сэр. Милый фокус. Так что мы ищем? Огромное количество различных устройств для определения паранормальных явлений наблюдают за Эль-Хали в поисках свидетельств, что пространственный разрыв ослабевает. Нам нужно найти и восстановить их данные, чтобы понять, что лично творил, и, возможно, исправить это. Святая Мария, Матерь Господня! Мюрриэль! Бросай оружие! Не с места, твою мать! Мюрриэль, это я, Пол! Ты один из них, я знаю! Я сказал, брось эту чертову пушку, ну! Мюрриэль, клянусь тебе, это я, Пол Роулингс. Мы познакомились в 96-м. Мы работали вместе в Чечне, а потом в Судане. А в Праге? Прага. Прага, 1999 год, канун Нового года, отель «Богемия». Мы танцевали под песни Коула Портера на чешском. Потом по-свински надрались абсентом. Что было дальше, я помню очень смутно. Ты не ранена? Случилось что-то ужасное. Они уже открыли разрыв. Оно уже вырвалось. Что вырвалось? О чем она говорит? Операция «Печать Господа». Вас ведь послали по этой причине. Ты должен это остановить, Пол. Если тебе не удастся, все пропало. Люди будут обречены. Вам удалось записать само событие? Если нам удастся найти точку и источник временной аномалии, мы найдем разрыв. Росс, ты слышишь меня? На связи. У нас проблемы. Альфе нужно подкрепление. Где вы находитесь? Северо-восточная часть раскопок. Множественные цели. Мы отстреливаемся, но они все прибывают. Держитесь, мы скоро будем. Альфе нужна помощь. Мы не можем бросить ее здесь. Это не обсуждается. Эбби, Билли, мы выходим. Я думал, ты священник. Я и есть священник. А как насчет Праги? Я еще и человек. Вот и они!
больше от него проблем не будет. Мюрель не выходит на связь. Кол, надо провести серьезное восстановление данных. Справишься? Зависит от уровня временной аномалии этого места в корреляции с событийным охватом самого разрыва. Если вихрь достаточно силен, чтобы создать возвратный поток, тогда теоретически, если данные существовали когда-то, они существуют всегда, сэр. Ты сама хоть поняла, что сказала? Думаю, я смогу восстановить данные, сэр. Вот это уже понятнее. Загружаю дополнительный боезапас, сэр. За мной! Не останавливаться! Джон, ты заезжай! Думаю, тебе нужна передышка. Цель в зоне поражения. Мастер, давай. Чем надо помочь? Он выбыл. Спасибо, братишка! Хорошо сработали. Это не человеческая кровь, сэр. По крайней мере, не вся. Ребята, шире шаг! Не дайте им забрать меня! Пожалуйста! Я отправил ее сюда. Мне казалось, нам надо расстаться. Боялся, что кто-нибудь узнает. Процедура может вызвать серьезные пространственные искажения, сэр. Вам лучше выйти наружу. Росс, здесь кто-то есть! Ну давай! Сюда! Я здесь! Джон, ты заезжаешь!
Кол, что там у тебя? Эль-Хали находится на пересечении 7 энергетических потоков, лей-линий. Лич определил это пересечение и принес значительные человеческие жертвы, чтобы открыть пространственный разрыв. Да, но для того, чтобы открыть портал такого размера, ему пришлось бы убить тысячи. В братстве не больше нескольких сотен. Это не имеет значения. Лич тантрист. Такие, как он, могут аккумулировать заряд. Кармическая бомба. Точно. Все то дерьмо, что творили эти темнорассветные придурки. Убивали детей, взрывали школы. Они делали это, чтобы собрать отрицательную карму специально для этого дня. Как же, черт возьми, мы не заметили этого? Даже ты впечатлен? Да. Для такого колдовства нужно все точно рассчитать, продумать. Отвратительно. Сэр, я обнаружила точное место разрыва. Также мне удалось засечь, как что-то проходит через него. Вы знаете, что надо делать. Стройтесь, мы выступаем. Сожру, ублюдок. Видимо, нет. Мы закроем разрыв, Арнольд. Либо убирайся с дороги, либо мы тебя прикончим. Меня устраивает оба, бля. Целей больше нет, сэр. Никого?
Чардж, говори со мной! Ты в порядке? И только? Это все? Благодарю. Что случилось? Стандартную процедуру? Ага, как и в Глэмис. Билли и Роулингс очистят местность. Этого мало. Я вам говорил, тут все не так, как обычно. Здесь на данный момент действует операция «Печать Господа». Не надоело вам, Дэвин? Каждый раз, как нам удается установить контакт с кем-то более великим, чем мы, ваши хозяева посылают вас уничтожить это. Никогда не задавался вопросом, почему? Что ты за маг после этого? Кол, он следит за нами, черт возьми. Сделай что-нибудь. Есть, сэр. Господа. Существует древний гностический текст, в котором рассказывается о существе, которое было сотворено до человека. Погоди, я слышал об этом. Бог не смог уничтожить свое первое творение, и он запер его, изгнал с земли, чтобы начать все заново. А потом он создал человечество со всеми его недостатками, чтобы поддержать равновесие. Но зависть перворожденного... И гнев его были неудержимы. Он все это время ждал, копил силы. Неужели ты веришь в эту апокалиптическую чепуху? Веришь ты или нет, это не важно. История знает достаточно примеров тех, кто верил. Тот, кто находится на другой стороне пространственного разрыва, взывал к личу ему подобным, надеясь, что кто-нибудь его освободит. Старая история. Каждый раз, как обнаруживаем какую-нибудь долбанную древнюю силу, какой-то засранец в Лэнгли хочет, чтобы надели на нее намордник и привели на поводке. Нет, мы пытаемся сдержать ее. А это что за херня? Ты мне нужен, Дэвин. Рос, не ходи. Иди к всему сразу все остановить. Это освободить меня. Знания, ответы на самые заветные вопросы. Я прав, вы все. Маги и еретики такие же, как мы. Вы знаете, как они поступают с колдунами, не так ли? Как вы думаете, что сделают с вами, когда некого будет больше сжигать? Прости, Дэйн, но ты нужен ему. О, черт! Роулингс, быстрее сюда! Держись, Рос! Проклятье, Рос, не сдавайся! Давай, ну же, черт тебя побери! Они все ближе, сделайте что-нибудь! Мы теряем его! Оставьте его, они отовсюду лезут! Фрэнк, помоги мне! Билли! Берегись!
О боже, он мертв. Что? Что нам теперь делать? Все за мной, быстрее! Там же разрыв!